Святой Дух, я взываю к тебе сейчас на этом месте во имя Иисуса Христа. И я молюсь сейчас, Господь, чтобы ты использовал мои уста во имя Иисуса Христа. Господь, я делаю шаг назад, и я благодарю тебя за то, что ты используешь меня прямо сейчас, в этот мороз, на этом месте. И каждый человек, который слышит это Евангелие, во имя Иисуса Христа, я молюсь, чтобы каждый человек слышал, что Иисус Христос умер лично за тебя на Голгофском кресте. Я хочу сказать, что Иисус Христос любит тебя. Я хочу сказать, что когда тебя предали, когда тебе тяжело, Иисус Христос любит тебя. Все в жизни мы приходим к одному, к разочарованию, болям, трудностям. И я хочу тебе сказать на этом месте, что Иисус Христос, Он любит тебя. Он за тебя умер лично на Голгофском кресте. Вот оно, мое Евангелие. Ни икона, ни свечка, ни ксёнж, ни священник. Живой Бог, который 2000 лет назад страшно пострадал лично за тебя. Друзья, ад реален. Я вам реально говорю, есть сатана, который ненавидит людей. Я вам говорю, что Иисус Христос – единственная дверь на небо. Я вам говорю, что через Иисуса Христа только можно спастись. Я говорю на этом месте, имя Иисуса Христа освобождает от всякого проклятия. Я говорю на этом месте, имя Иисуса Христа спасает и освобождает и исцеляет. Мой Бог, во имя Иисуса Христа, я хочу спеть тебе песню, потому что ты освободил меня от наркотиков, от предательства, от блуда, от игромании, от казино, от борделей. Только тебе хвала и честь, только тебе вся слава, что есть. Только тебя благодарю, песню хвалы тебе, Иисус, пою. Только тебе хвала и честь, только тебе вся слава, что есть. Только тебя благодарю, песню хвалы тебе, Иисус, пою. Иисус, победитель, Бог богов, ты освободил нас от оков. Все грехи, болезни на крест собрал, только ты свободу нам дал. Иисус, победитель, Бог богов, ты освободил нас от оков. Все грехи, болезни на крест собрал, только ты свободу нам дал, Иисус. Только тебе хвала и честь, только тебе вся слава, что есть. Только тебя благодарю, песню хвалы тебе, Иисус, пою. Аллилуйя! Это все для вас, дорогие. Бог любит вас. Бог умер за вас. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я благодарю за эту церковь, церковь живого Бога. Ни религии, ни гуманизма, ни какой-то застегнутой шизы. Церковь живого Бога, которая дает жизнь. Благодарю за пастыров этого костела. Благодарю тебя, Господь, что ты привел меня именно в церковь живую. Церковь, которая освобождает от алкоголизма, от наркомании, от блуда, от игромании, от всяких грешных зависимостей. Боже, слава тебе за все. Я благодарю тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.